Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, по ситуации в Курской Народной Республике, как-то последние дни мы ее опустили, из-за того, что ситуация там становилась в прошедшее время статичной, не обращали на нее внимания, а зря. Вот сегодня с утра расисты, именно расистские Z-военкоры опять ругают Лапти Аладдина о том, что он ерунду говорил, о том, что он рассказывал сказки, что, мол, армия России остановила ВСУ в Курской Народной Республике. Все это ложь и провокация, как говорится. Они сейчас его ругают там, на чем свет стоит. И говорят о том, что ВСУ заняли новые населенные пункты. Я не буду называть названия населенных пунктов, но скажу вам одно, что на сегодняшний день линия боестолкновения, вот если брать Суджу, она как бы находится в южной части, вот так вот правильно сказать, да, в юго-восточной части, да, вот этого вот нашего анклава в Курской Народной Республике. И надо сказать, что сейчас расисты, как они признали, что они обстреливают, а значит, там находится ВСУ, о чем они по этим населенным пунктам стреляли, целую плеяду населенных пунктов, о которых мы вообще раньше даже не слышали. То есть это отодвинуто от Суджи, фронт отодвинут еще на несколько километров, причем широким фронтом. То есть абсолютно очевидно, что наши заняли, ну, как минимум, пяток населенных пунктов, сел, которые там вокруг Суджи, но подальше, чем были раньше. Потому что, еще раз говорю, раньше они обстреливали, например, постоянно Мартыновку. Это всем, как говорится, известно, никто не пострадает от того, что я это название назову. Вот. Но сейчас она уже как бы и в тылу, а дела идут совершенно дальше, и они сами признают, что наши продвинулись там в других направлениях, ну вот в этом районе, вот в общем и целом где-то там в этом районе, и продвинулись далеко. А вот этот Лапти Аладдина рассказывает небылицы какие-то, и пишет, что лучше бы он шел снимать тиктоки, а это у него хорошо получается, а вот все остальное у него, как говорится, не выходит, постоянно разминается с вооруженными силами Украины. Ну, бывает, да, это ж такое, ему компас подарите, в конце концов, ну, может, он тогда найдется. Да, это первый момент. И второй момент, это северо-запад вот этой всей истории Курской области, это то, что находится в районе Глушкова, значит, так называемый Глушковский плацдарм. Расисты, знаете, с маниакальной такой какой-то настойчивостью абсолютной, наводят новые и новые понтонные мосты. Видимо, они решили утилизировать все свои понтоны. Ну, у них понтонов много, тоже надо понимать. Смотрите, когда Советский Союз, ну это да, это в основном советские понтоны, при России, я так понимаю, их не особо строили. Это еще когда я был там в армии в начале 80-х. Вот. То тогда я просто очень хорошо знаю, какое количество понтонов было в СССР. Они где-то там на складах стоят себе, это же не танк, но он каши не просит. Это просто железяка. Вот, понтонов было сумасшедшее количество, потому что мы тогда должны были штурмовать Вислу и Одер и все это дело. Да, мы же должны были, ну тогда по планам сумасшедшего советского командования, дойти там за 2 недели до Португалии. Да, на этом месте очень много рек. И Рейн, да, и Сена, и все. И все это нужно было понтоны наводить. Вот, то есть пересекать каким-то образом. Поэтому понтонов реально было очень много. Но сейчас я смотрю, что все понтоны, которые когда-то предназначались для штурма Парижа, да, там для переправы через Сену и другие города, хотел сказать города, какие же города, другие реки, там прочие Вислы и Одеры, вот, все это будет уничтожено в Глушково, потому что они в день по 2-3 понтона лепят, их на самом деле прилепить очень просто, они быстро, ты его сбросил с КРАЗа, там в основном они на КРАЗах ездят, на старых, кстати, неплохая машина, они простояли всю жизнь на приколе, никогда в жизни не ездили, и поэтому, несмотря на то, что они выглядят, как говорится, не камильфо, они вполне себе дееспособны. Вот им КРАЗом подвозят понтон к воде, просто скидывают его в воду, он шлеп туда под собственной тяжестью и развалился, и все, он готов. Вот, поэтому они в день наводят там несколько этих понтонных мостов, наши их тут же разбивают вместе со всем, что туда приехало. Вот, количество понтонов уменьшается точно так же, как первые дни войны, да и вот до последнего времени, когда они уже перестали танки использовать, как танки у них уменьшалось количество. Сначала казалось, что у них танков невероятно, у них и сильно было там, не знаю, 15-20 тысяч танков на складах.
Вот. А сейчас уже все, там тех, что ремонтабельные, уже остались с гулькин нос. Такая же картина с понтонами. Они их там наделали, чтобы, наверное, Атлантический океан этими понтонами перекрыть и пойти на Вашингтон, понимаете? Ну, сумасшедшие. Сами без штанов жили, с голым задом, как у павиана. Зато понтонов было много. И танков для этих понтонов тоже было сумасшедшее количество. Вот. Ну, сейчас их вот начали, благодаря Путину, начали и понтоны тоже. Этот аспект тоже, как говорится, пошел в ход. Просто тупо утилизируют эти понтоны, они уплывают в Украину в результате по реке Сейм. Если вот это все разбитое скоро будет, то к нам приплывет, плывет постепенно. Вот, так что эти понтонные мосты разбиваются. Глушковская группировка скукоживается, становится меньше. Задача по ее, там до 3000 человек, да, может уже меньше, наверное, же осталось. Задача по ее снабжению становится все более трудновыполнимой, потому что те мосты разбиты, эти понтонные мосты, как говорится, срок жизни 2 часа. Вот то, что успели там перескочить через мост, да, все остальное, гоплык, зависло. Вот. И настроение у расистов тоже не очень, потому что Глушковский плацдарм с каждым днем скукоживается. И вот этот населенный пункт Коренево, за который сейчас ведутся бои, вот все больше напоминает Бахмут. Я тоже сегодня вывешивал фотографии из этого населенного пункта. Знаете, действительно жуткое. Ну, такое же зрелище, как у нас в Бахмуте. И тут я вспомнил, как расисты говорили об освобождении Бахмута, Авдеевки, от которых ничего не осталось. Вот. И Солидара, от которого ничего не осталось, да? Ой, мы освободили Бахмут. Ну вот мы вам сейчас, как говорится, пользуясь правом кармы, освобождаем Коренево. Приблизительно выглядит точно так же, как говорится. Глазу приятно, не обляпайтесь.